К другим темам. Митрополит Одесский и Измаильский Агафангел призвал поддержать погорельцев Луганской области молитвой и гуманитарной помощью. Немало людей откликнулись на этот призыв. В епархиальном социальном отделе были собраны необходимые вещи и финансы. Груз уже отправился по назначению. Одесская епархия вновь осуществляет помощь погорельцам, людям, которые вследствие страшных пожаров оказались на пороге бедности. Постигшие Украину испытания, отметил митрополит Агафангел, призывает ее христолюбивый народ к покаянию и исправлению жизни, дает возможность раскрыть свои христианские добродетели, проявить милосердие и сострадание к нуждающимся. У нас сегодня очередной благотворительный акт, который мы совершаем для того, чтобы оказать помощь нуждающимся, проживающим в Луганской области, которые пострадали от пожара не только все жилища, но и многие люди погибли в этом огне. Наша церковь, Украинская православная, всегда была и остается своим народом. И символично, что сегодня совпало так, что контейнер гуманитарной помощи отправляется в день 30-летия дарование Томаса Украинской Православной Церкви о независимости, о ее самостоятельности в управлении. Во всех храмах Одесской епархии владыка Агафангел благословил вознести Господу усердные молитвы о прекращении бедствия, о спасении и скорейшем выздоровлении пострадавших и об упокоении трагически погибших, а также срочно объявить сбор гуманитарной помощи для погорельцев, финансовых средств, продуктов питания, теплых вещей, предметов первой необходимости, которую затем доставить в потерпевшие от пожаров районы Луганской области. Сегодня вновь и вновь Одесская епархия простирает руку помощи, поддерживая людей, которые оказались в нужде. Владыка Агафангел благословил всем миром, как это было раньше, благословил собрать гуманитарную помощь со всех уголков нашей страны. Люди передавали еду, продукты питания, одежду, стройматериалы, постельное белье всякое, потому что люди нуждаются в этом. Со всей Украины, из других стран люди присылали деньги, и на сегодняшний день около 600 тысяч гривен было собрано. В начале октября в социальном отделе Одесской епархии Украинской Православной Церкви начался сбор помощи для людей, пострадавших от пожаров в Луганской области. За несколько недель было собрано около 25 тонн гуманитарной помощи и денежные средства от приходов Одесской епархии и множества благодетелей для погорельцев. Грузовой автомобиль, наполненный необходимыми вещами и продуктами, взял курс на Луганскую область к людям, которым сейчас необходима помощь. Будет доставлено не просто продукты питания и все, что необходимо, но и еще и материальные средства, которые на свое усмотрение люди могут потратить для того, чтобы возобновить элементарный быт своей жизни.